Друзья, всем привет! Сегодня будет весьма непростая тренировка. Она будет направлена на развитие силовой выносливости, анаэробной выносливости и функциональной выносливости в целом. В общем, погнали! Итак, первый сет будет состоять из 5 выходов силы, 5 чистых выходов силы. Затем 10 бёрпи и 10 метров проходка ползком. Внимание, ползком в упоре лежа, то есть нижнее положение и поехали. При этом не касаясь всем остальным телом, только 4 точки, 10 метров. Можно 5 вперед, 5 назад. Что-то типа крокодила, только без отжиманий. Итак, поехали. Таким образом выполняем два подхода, отдых между подходами составляет 1 минуту, затем отдыхаем 2 минуты и переходим на следующий сет. Следующий сет будет весьма интересен за счет того, что здесь есть 2 силовых упражнения и 2 упражнения на анаэробную выносливость. Итак, первое — это отжимание треугольником, выжимаем в полную амплитуду, легкое касание груди, вверху выжимаемся полностью. Выжимаем полностью, при этом напрягаем грудь примерно на 1 секунду. Затем переходим на брусья. Отжимание на брусьях. То же самое, в полную амплитуду. Вниз. 20 повторов. 20-20. Затем идет 2 анаэробных упражнения. Это 10 бёрпи и 10 челночный бег. Что такое челночный бег? Это 2 точки. Если, допустим, 10-10, это значит 10 кругов по 10 метров. То есть в каждой точке необходимо касание. Бежим. То есть 5 раз полных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. По факту это 100-метровка. Итак, поехали. Under pressure, no more time. Can we make a move? Overthinking, you and I. What do we have to lose? 'Cause I'm wasting all my time thinking of the things we could do. If you gave me one more sign, I could find a way to break through. A way to break through. Этот сет выполняется по тому же самому принципу, 2 к 1, то есть 2 подхода, отдых между подходами, 1 минута. Затем отдыхаем 2 минуты и переходим на следующий сет. Это тоже будет не из простых. Рукоход в 2 стороны, если у вас маленький рукоход, примерно половина этого, то в 4 стороны, то есть туда-обратно, туда-обратно. Затем 10 отжиманий с хлопком за спиной. Не получается за спиной, делайте просто плеометрические отжимания, когда вы просто выпрыгиваете, либо с хлопком перед грудью. Затем 10 бёрпи и 10 подтягиваний. Итак, поехали.
Принцип тот же самый, 2:1, 2 подхода, отдых между подходами 1 минута, затем отдыхаем 4 минуты и переходим на следующий суперсет. С интенсивными нагрузками мы уже закончили, теперь остаются только 2 подхода силовых нагрузок. Итак, здесь будет первое, это отжимание в закрытом горизонте, 8 повторов. Если не получается делать в закрытом горизонте, то делайте просто с наклоном вперед. Затем 15 подтягиваний за голову и 20 отжиманий, локти внутрь. Итак, поехали. Таким образом, выполняем 5 подходов. Отдых между подходами составляет 2 минуты. Затем отдыхаем 2 минуты и переходим на крайний сет из пресса. Первое, что будем делать, это 8 подъем ног в перекладине. Затем 8 скручиваний и 8 подъем колен. При этом не спрыгиваем с турника. Итак, поехали. Итак, прессом мы делаем 4 подхода, отдых между подходами 1 минута. И на этом, в принципе, все. Пишите в комментариях, как вам комплекс универсального солдата. А с вами был я, Андрей Филиппов, движение Gorillas. Увидимся. Всем до скорого.